В многопрофильной детской больнице Махачкалы прошли пожарно-тактические учения, целью которых явилась отработка совместных действий личного состава пожарных подразделений и медперсонала по тушению условного пожара в случае его возникновения. Как отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Республике Дагестан, руководитель учений Ахмед Байбатыров, детская больница – это объект, который требует пристального внимания сотрудников МЧС. По тактическому замыслу пожар возник по причине короткого замыкания электропроводки в одной из палат кардиологического отделения. Создается угроза распространения огня по всему этажу. Срабатывает автоматическая пожарная сигнализация, персонал приступает к эвакуации больных. Прибывшие по условному сигналу пожарные подразделения приступают к разведке и тушению пожара, одновременно спасая оставшихся в здании условно пострадавших. Площадь условного возгорания составила 20 квадратных метров. Для тушения было привлечено 11 единиц техники и 44 человека личного состава. Подводя итоги пожарно-тактических учений, было отмечено, что медицинский персонал детского корпуса действовал слаженно. Подразделения Махачкалинского пожарно-спасательного гарнизона успешно эвакуировали людей и ликвидировали условное возгорание в кратчайшие сроки.